ремонт любой бытовой техники. Обращаться Хабаровская 113/1, телефон 90-90-90. Купит участок в поселке газодобытчиков первая и вторая очередь. Предложения ждут по телефону 92-53-34. Требуются монтажники ЖБК. Вахта 15 через 15. Зарплата от 35 тысяч рублей. Объект в городе Оренбурге. Проживание, питание, спецодежда предоставляются. Трудоустройство по Трудовому кодексу. Прямой работодатель. Телефон 8 929 714 77 97. Требуются дорожные рабочие, зарплата от 40 тысяч рублей. Проживание, питание, спецодежда предоставляются. Объекты в Оренбургской области. Трудоустройство по Трудовому кодексу. Прямой работодатель. Звонить 8 929 714 77 97. Предприятию «Оренбург-ТИСИЗ» требуется машинист буровой установки. Оформление по Трудовому кодексу. Телефоны 43-00-85, 43-85-00. В столовые города Оренбурга требуются заведующий производством, повара, работники кухни, грузчики. В столовую в городе Ясный требуется инспектор по кадрам. Звонить по телефону в Оренбурге 48-00-04. Вахта, Самара. Требуются мойщики-уборщики пассажирских вагонов в пути следования. Зарплата от 25 до 50 тысяч рублей. Проживание, спецодежда. Телефоны 8 927 764 96 33 или 8 925 480 07 29. В парк Тополя требуются слесарь-ремонтник, тракторист, дворник, разнорабочий, контролер. Звонить 8 903 368 67 42. Требуется помощник по хозяйству, сад-огород, уход за животными, уборка территории. Возможно, с проживанием. Телефон 90 24 24. Требуются работники на ферму, желательно семейные. Жилье предоставляется. Телефон 25 58 58 или 8 903 395 58 58. Компании «Транслист» требуются водители категории «Д», водители погрузчика. Звонить по телефонам 53 8503 или 8 922 552 3163. В мебельный цех требуются рабочие. Звонить 96 7502. На озеленение требуются рабочие, в том числе студенты на неполный рабочий день. Оплата ежедневно. Обращаться 63-я линия, дом 61. Телефоны 8 922 539 29 46 или 8 909 600 99 88. Организации срочно требуется слесарь по ремонту узлов и агрегатов грузовых автомобилей российского и импортного производства. Звонить 8 987 847 3607. В пищевой цех по проспекту Братьев Крыстылевых требуется помощница с санитарной книжкой. Звонить 8 922 542 79 97. Производственную компанию требуются сборщики бань, бочек и домов, менеджеры по продажам, офис-менеджер. Зарплата достойная. Телефон 48 68 29. На улицу Беляевскую требуются грузчики и оператор 1С. Звонить 8 922 853 88 93. Требуется продавец. Телефон 38 77 77. Требуются сезонные рабочие. Зарплата 21 тысяча рублей. Телефон 26-01-67. Организации на постоянную работу требуются машинист бульдозера, сварщик на завод, дорожный рабочий. Телефон 8 987 190 31 25. Требуются сборщики окон ПВХ и разнорабочие. Телефон 92-11-26. Требуется пекарь. Телефоны 60 40 42 26 04 61 или 8 903 366 04 61. Требуются водители категории БЦ, тракторист, разнорабочие. Звонить 8 987 882 63 64.
Требуются охранники. Телефон 280105. Требуется водитель с категории Е. Звонить 420608. Требуется продавец в магазин продукты. 1100 рублей за смену. Телефон 294066. Требуются лицензированные охранники. Телефон 232844. Организации срочно требуются водители категории CE для работы на автомобиле с прицепом в пределах области с опытом работы на иномарке. Звонить 8-922-625-94-65. Требуется уборщица. Телефон 8-903-360-13-22. Требуется на работу район Сулак, газорезчик, слесарь по изготовлению металлоконструкций, телефоны 91-45-45 или 40-40-85. Требуется руководитель сварного цеха, а также сварщики, звонить 42-63-31. Требуется уборщица в автосалон по улице Волгоградской, телефон 43-73-73. Требуется мастер по благоустройству, дворник, уборщица, разнорабочий, машинист погрузчика. Телефон 467202. На продуктовый склад требуются грузчики. Зарплата 20 тысяч рублей. Телефон 300-133. Требуются лицензированные охранники 6-го разряда. Телефон 8-932-554-96-41. Требуется продавец лотерейных билетов на рынок Степной. Звонить 241-888. Срочно требуются продавцы, уборщица. Телефон 97-63-80. Требуются рабочие. Обращаться по телефону 92-45-23. Организации требуются водители категории CE. Вахта в Казахстане, Оренбургской и Челябинской областях. Телефоны 8-965-692-6021, 8-965-692-6013 или 8-965-692-6003. А в ресторан требуется повар. Телефон 970921. Требуется помощник повара, шашлычники, посудницы, продавцы на выносную торговлю. Звонить 8-922-625-27-64. Срочно требуются грузчики-комплектовщики, комплектовщики и дворник. Телефон 97-45-54. Требуется грузчик-сортировщик. Оплата ежедневно. Звонить 96-36-16. Охранному предприятию требуются охранники. Телефон 55-77-31. Требуется продавец-консультант в торговый центр «КИТ». Звонить 8-932-536-09-32. В кондитерский цех в промышленном районе срочно требуется грузчик. График 2 через 2. Телефоны 57-25-01 или 209-509. Требуются сотрудники на пищевое производство. Телефон 8-922-539-73-89. Требуются грузчики. Обращаться по телефонам 29-49-65 или 8-987-344-78-65. На предприятие требуются рабочие. Звонить 94-85-11. Требуется официант, уборщица, автомойщики. Телефон 8-922-858-18-00. Срочно требуется вахтер. Телефон 97-63-82. Срочно требуется водитель-экспедитор. Звонить 29-42-29. Требуется разнорабочий. Телефон 8-906-833-75-57. В ресторан требуются посудница-уборщица и официанты. Телефон 970921. Смотрите программу «Видеоблокнот» на нашем сайте media56.ru.